который едет, скажите, пожалуйста? Тороплюсь. Что делать? Просто. Пожалуйста, как заехали, съезжаем. Стоп-хам, что ли? Стоп-хам и стоп-хам. Да, вам не скучно, ребят? Нет. Работу не пробовали? Пошли выбирать, пожалуйста. Да, все, быстрее будет. Куда едете, вообще? Что делаете? Я нормально по голове постучу, попробуйте. Машину играйте, ну что делаете? Добро, скажите, просто, почему вы тротуар едете? Потому что бежать пробки, потому что тороплюсь. Можно я проеду? Вы прямо не проедете в любом случае. Как заехали, пожалуйста, так и съезжайте. Я не могу проехать. Сейчас я попрошу, чтобы она отъехалась. Добро, расскажите, почему вы тротуар едете? Да я опаздываю, у меня сейчас там закроется и заедет. Сочувствую, я но понимаю, как это... заехали, пожалуйста, съезжайте. Всего доброго. Девушка, вперед, вы не проедете. На каком основании вы не заворачиваете? На основании того, что это тротуар. Я знаю. И здесь находятся пешеходы. И здесь автомобиля не должно быть. Я здесь. Нет. Не уберете машину, получите стикер на лобовое стекло. Okay. А, то есть вас устраивает. Так, и продолжите стоять здесь, мне я правильно понимаю? Нужно ехать на работу. И что? Это проблема пешеходов, которые на тротуаре находятся? Доброе утро. Скажите, по тротуару едете? Пробка. Ну что делать? Это ж не повод бежать по тротуару. Хорошо. Всего доброго. Назад, мужчина, назад. Как заехали, так съезжайте. Здравствуйте, мужчина. А вас не смущает, что здесь тротуар? Меня? Да. А вы что, здесь активисты или что? Здесь пешеходы. Или пациенты? Здесь тротуар. Вы? Да, видимо. Хотите сказать мне? Девушка, за подобную парковку вот наклейка прям гарантирована. Очень. Только попробуйте. Эй. Она стоит 2 миллиона. Классно, вторую купите потом. Программа «Пусть говорят». Нет, стоп, там СПБ. Я вас внимательно слушаю. А куда парковка? Я вам уже все вроде бы сказал. Надо мне много для тебя это было произносить. Вы распускаете? Видите? Это вы сейчас мне говорите руки? Это я вам сейчас конкретно вам говорю. Вы машинку-то уберите с тротуара, пожалуйста. А вы что, ГАИ работаете? Нет, я вам как гражданин делаю замечание. Спасибо. Лейте вторую. Отлично, давайте. Вы только тоже не уезжайте. Добрый вечер. Как же так? Так, аккуратно. А что же вы сюда заехали? Здесь какая тротуар находится. Я работаю там. Ну вот, работаете только пешком, пожалуйста, по тротуару. В смысле, у меня там офис находится. Дойдите пешком до него. Блять, вам какая разница? Какие? Большая это очень разница. Я вот пешеход, мне очень не нравится, что автомобиль ездит по тротуару. Опасно это. Он уже чуть людей не сбил. А у вас есть машина? У меня есть. Ну, еще вы хотите сказать, вы так же не заезжаете? Никогда. Вы что? Во-первых, это противоречит ПДД. Во-вторых, это неуважение к пешеходу. Оставайтесь на месте, дожидаемся ГИБДД. А ты что делаешь? А ты что делаешь? А ты что делаешь? А ты что делаешь? Ты что делаешь? Конечно. Ты что? Что? Вова, держи. Что? А теперь ждем ГИБДД. Нахожусь сейчас на Коломяжском проспекте, дом 20 на тротуаре. Автомобиль, совершивший наезд, сейчас на месте находится. Черный BMW 520, госномер R203 ЕО 178. Микрофон. Пока нету, он сейчас вообще дичь. Не надо людей давить. Больше 20 тысяч. Ты, сука, машину эту покупал? Ты стучал? Ты чмо? Мне не надо ехать. А? Мне не надо ехать на тебя. А хуй ты стучишь, блядь, по машине? Не матерись, блядь. Ты клеишь, ты, да. А? Получишь,
Что ты клеишь? Кто баллоном распыляет? Кто баллоны распыляет? Я вот гражданин иду, смотрю, у человека вот беда какая-то, спрашиваю, он говорит, молодежь стоит, баллон распыляет. Что такое? Кто делает? А? С кем он дрался? Касался. Где этот человек? А кто баллон обрубил? Где? Да подожди, где этот человек? Здесь, да, с которого, да, игрался, избивали. Вы можете говорить все, что угодно, что где этот человек? Какая разница? Вот разница. Человек поехал. А у того человека нету повреждений, написал... а у него есть повреждения. Да никаких у него повреждений. Да, нет. Чё он, почему какие? Он, у него тогда слезы текут, а? Повреждений нету. А что такое? Не понял. А что, тоже в меня брызгаешь? А что вы? Вы только на камеру брызгаете? Чего вы идете? А мне интересно, хочу послушать. Интересно. Иди домой, нахуй, там будет тебе интересно. Слушайте, давайте вы советы дома. Слышь, а что, брызгать интересным людей? Ты, блядь, вот один будешь без камер. Давай мы с тобой поговорим и решим, кто нахуй куда будет доезжать. Что ты такой нахуй дерзкий при всех? Вы с толпой стоите, га***ь, ебать. Вы что-то права качаете, что ли? Так ты мне объясняешь, выживай гаишника, пусть нахуй решает. А вы га***ны, ебать, вы мне наклеили, били по машине, что и что, блядь. Давайте по***ь. Сейчас бить будем, а? Давай, с этими баллончиками, блядь. Чё, давай, блядь. Давай, блядь. А? Да пойдём, отойдём. Пойдём, отойдём. Зачем? Куда тебя? А чё ты боишься? Я не боюсь. Ну давай отойдём с тобой. Зачем? Мы здесь стоим. Давай с тобой без камер. Давай, говорим без камер. Зачем тебе без камер? А чё ты? А чё с камерой? А чё, где тут кто-то? Где ваш активист, который брызгает? Чё ты взял, с***ь? Который считает, что он может людей на улице брызгать. Где этот активист? Почему он считает, что можно людей давить на тротуаре? Человек заехал на тротуар, начал первым задавить. Да. А под колеса прыгайте, да. И на тротуар. Зачем вы на тротуар заезжаете? Мы же по проезжей части не бегаем, да. Вы качаете права. Вот ГИБДД подъехал, сейчас разберу. Идите домой, не знаю, там делами занимайтесь. Можете домой идти, если у вас дела есть. Мы вас не задержим. Вот мы с ним вместе работаем. И как он сейчас работает? Ну, значит, куда ждете? Как нормально? Значит, куда ждете? Да, он даже ответственный. Нормально? 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 Давайте к баллончикам сейчас брызну, нормально давай, ты будешь стоять, а что ты мне брызнешь? Нет, не надо сейчас брызгать, сейчас подожди. Здравствуйте, вот молодой человек совершил наезд на двух пешеходов на тротуаре, вон автомобиль стоит. А пешеход не то, что он, под колеса проедет, нормально? Да, а не будет, на тротуаре, так, во-первых, давайте мы, во-первых, сейчас будем выражаться культурно, да. Я надеюсь, вы это умеете. Смотрите, ситуация какая, вот там вот молодой человек, водитель данного BMW, ага. Заехал на тротуар, толкнул автомобилем двух людей, потом выскочил из машины, начал агрессировать, полез в драку. Один из наших активистов в целях самообороны применил перцовый баллон, да, ну, человек так, успокоился, да. Да. Человек более-менее успокоился, машину как бы убрал, вот дожал сейчас ГИБДД. Возмутительная просто ругань матом в общественном месте, очень странно и неадекватно себя ведет. Здравствуйте. Этот наглый товарищ, не дай поехать, вот ну это вот ГИБДД там сейчас разберется. С ГИБДД я уже тоже поговорила. Угу. А что вам сказали сотрудники ГИБДД? Нет, все прекрасно. Нет, я спрашиваю, ну, что? Наши планы. Это что планы? Планировки вот этой части у меня есть. Ну, данный элемент дороги это что? Это проезжая часть нашей преподавательной. А вы как думаете? Можно вашего мнения спросить? Вы как думаете, вот мы сейчас где находимся? Я не понимаю компетенции делать такие вот... Возьмите план придомовой территории, посмотрите. Вот это является тротуаром. Если бы это была придомовая территория, у нас ширина тротуара ничем не регламентируется. Нет, если бы это был бы не тротуар, то сотрудники ГИБДД отсюда бы не эвакуировали автомобили. Прошу прощения. Здравствуйте. На тротуар просто заехали, по нему движение запрещено на автомобиле. Только пешком можно. Что? Все же стоят. Ну, видите, у нас люди тут нарушают правила парковки. Там осторожно, там сзади машина. Если что, можете всю информацию узнать у сотрудников ГИБДД. Скажите, пожалуйста, все-таки проезд здесь вообще-то разрешен или нет? Давайте будем... Это тротуар, на что наказан за мной водитель. А где здесь написано, что это пешеходная зона? Где знак? Это не пешеходная зона, а тротуар. Это тротуар. Я не имею права подъехать к своему дому, подъезду, разгрузить, погрузить то, что мне надо. Как мне быть с мебелью и так далее? Что за бред вообще устраивается? С мебелью можно. Этим людям делать нечего, им работать негде, что ли? Вы можете у них уточнить. Почему они прерывают? Вам делать нечего, вот честно. Идите займитесь работой, учебой. Что вы ерундой страдаете? Девушка, милая, у вас детей нет, наверное, своих.
Ну вот вы, вам, почему вы здесь пикируете? Потому что это тротуар. Это не тротуар. Это тротуар. Вам только что вам сказал. А вы кто здесь вообще? Гражданин. Вы проживаете здесь? Я гражданин. Гражданин, ты здесь проживаешь? В Питере я проживаю. Если вы не можете подъехать к своему дому на автомобиль, не можете найти им парковочное место, продайте свой автомобиль, и все. Вы завидуете просто тем, кто ездит на машине. У меня есть свой автомобиль. Ну и что? Вам что делать? И я каждый день, утром и вечером, 10 минут хожу до парковки. Молодой человек, как вы мне не ответили? Кто проплатил вам эту акцию? Кто именно? Фамилия, имя, отчество? Дональд Трамп, он без отчества. Чего снимаете-то? Нельзя. Красивая, что ли? Люди, вам делать нечего. Займитесь вы работой. Займитесь воспитанием своих детей. Почему не работаю? Я работаю. А вы устраиваете здесь маппет-шоу. Чего вы его не останавливаете? То, что он выезжает с тротуара, он устраняет свое правонарушение. Да что вы говорите? Какую чушь вы несете, молодой человек? В следующий момент этим занимаетесь вы. Это просто чушь просто. Ерундой страдает. Сегодня мы приятно удивлены эффектной и эффективной работе сотрудников ГИБДД Приморского района. Сегодня им за их службу прям огромный жирный лайк.